Друзья, здравствуйте, ассаламу алейкум, с вами я, Мамед Исаев. Сегодня у нас тренировка снова на улице, друзья. Тренировка скоростно-силовая именно на развитие вашей взрывной силы, на вашу выносливость. А непосредственно побочным эффектом этой тренировки будет ваш внешний вид. Еще раз хочу развеять стереотипы, которые сложились у многих людей по поводу того, что если вы качаетесь или делаете какие-то физические упражнения, что вы становитесь скованными и так далее. Это все бред, и наша задача вот эти стереотипы их ломать и непосредственно развиваться и идти дальше. Сегодня, друзья, у нас будет такая работа, которая будет направлена на скорость, взрывную силу и на вашу выносливость. Поехали, будет 3 раунда. Я думаю, вам понравится. Начнем. Минута отдых, друзья. Отдыхаем. Очень важно отдыхать, чтобы вы могли делить свои подходы, свои раунды, чтобы пульс не зашкаливал, чтобы работа шла во благо, а не обратный эффект был. Потому что это очень плохо, когда человек получает перетренированность, он не знает свои ошибки и снова попадает в эту ловушку. Всегда нужно отдыхать. В общем, сейчас объясню, что мы делаем. Пробежка челночным бегом. Я сделал небольшой участок, выбрал. Пробежались туда-сюда, сделали 10 скоростных отжиманий. Затем у нас выпады. 20 метров выпадами. Идем дальше. Возвращаемся на жгут. Работаем в каждом аспекте. 20 скоростных выбросов, то есть в одну сторону, в другую, и выталкиваем 20 раз на скорость. Отдыхаем минуту. Раунд прошел, минута прошла, следующий раунд.
20 метров. Это чтобы ходуна была нельзя. Я не люблю людей, которые говорят одно и делают совсем другое. Иногда человек может не дотянуть. Это я понимаю. Мы все смертны. Минута отдыха. Работа тяжелая. На улице, ночью. Никаких оправданий нет. Каждый говорит, я вот хочу изменить себя. Хочу быть такой успешным. Вот, посмотрите, ему повезло. Он так всего добился, ему там перепало от кого-то. Этот человек пахал, вставал раньше всех. Нужно видеть тоннель и видеть только свет в конце тоннеля. Этот свет должен быть твоей целью. Понимаешь? И если ты определишься, что только эта цель тебя интересует, и ты сделаешь все для того, чтобы достичь этой цели, тогда у тебя все будет получаться. Тогда ты не будешь искать себе никаких оправданий. Проверка на вшивость. Насколько тебе это нужно? Если ты проходишь ее, у тебя все хорошо. Не проходишь, можешь забыть об этом. Я ненавижу нытик, которые говорят, у меня болит, я не могу. Можешь, не хочешь. Комфорт – это враг прогресса, запомните это. Если вы в зоне комфорта, не ждите успеха. Нужно выходить из этой зоны. Вот что я люблю. Вот что. Трудности. Вот. Тяжело. Ну и пусть. Ты должен пахать как бык. Иначе забудь про успех. С вами был я, Мамед Исаев. Смотрите на меня.